Тут все берет с Артем Никушенко скрипка. Меня зовут Андрей, гитара. Я хотел поздравить вас всех с Днем космонавтики. И именно сегодня нам повезло опять играть с музыкантом, которая пришла к нам прямо из космоса. Анна Королева. Thank you.
Следующая композиция называется «Дорожная». Thank you.
Следующая композиция – это такая импровизация на тему, которую мы с Артемом написали для кинофильма «Граф Монтенегро». Мы так и назвали эту импровизацию «Монтенегро». Thank you.
Сейчас у нас продолжается день космонавтики. На сцену выходит еще один музыкант из космоса. Андрей Белезин, солист «Виртуоз» от Москвы. Нам... подтвердить свое реноме академического музыканта, я даже нот с собой принес. Техническая заминка в нашем космическом корабле. Технологии не космические, не очень надежные. Thank you.
Эта композиция из нашей новой сибирской сюиты, премьера которой состоится позже. И сыграем мы сейчас еще одну композицию этой сюиты, которая называется «Сибирская танго». Thank you.
на сцену вновь приглашается Аня Королева. Причем у нее фамилия Королева, как и у главного конструктора. Меня зовут Юрий. И меня, кстати, назвали Юрий, а потом Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос. И потом все начали называть всех Юриями, а я уже был назван. Раньше всех. У меня родители как провидцы. Ну и по этому поводу закончить первое отделение мы хотим праздничным, народным, сибирским, бурятским танцем, который мы назвали Йохор, соль минор. Thank you.
Артем Егоршин. Юрий Матвеев. Через несколько минут мы вернемся на орбиту. Спасибо. Да, мы не прощаемся. Скоро вернемся. Мы вернулись на орбиту. Дорогие друзья, и у меня тут такое небольшое объявление романтического плана. В общем, если вы обратите внимание вот на тот магазинчик, то там появилась книжечка моей мамы. Она называется «Волшебные туфельки Джульетты». Это очень интересная, замечательная история. Она для людей всех возрастов. Ну, в ней переплетается реальное, романтическое, фантастическое, но за этим есть очень-очень интересный вывод, интересная глубина. Вот, я жутко рада, что могу вам это сказать. Так что, кому интересно, автор может подписать. Поэтому две книжечки есть. Кто хочет, пожалуйста, можете их приобрести. Спасибо. Вот такое легкое отступление. Ну, так сказать, они счастливые такие талисманы для меня. Так что между ними приятно тоже. И вот сейчас будем играть. Юрочка, скажи, что мы будем играть. Мы опять с вами. Космонавтка Анна Королева. И дуэт Тусенкиновича. Мы сыграем пьесу, которую писала Аня. Ну хорошо, мелодию. Ну мы сыграем, короче. Называется она «За горами». У космонавтов связи называется «За горами».
Мы хотим сыграть вам нашу совместную композицию, которая называется «Встреча». Thank you.
Следующей композиции такой необычный размер, 5 восьмых. Мы таки назвали ее 5 восьмых. Thank you.
Нам паладина будет? Неправильное название. Волшебная лампа. Чтоб автор разошелся новой книги. Сейчас прозвучит мелодия, которая нам с Артемом нравится, и, надеюсь, Ане тоже понравилась. Мы так и назвали «Очень нравится», потому что... Thank you.
Дорога нам дорога. Thank you.
У меня микрофон выключился. Будем без него. Вот сейчас. Сейчас загадайте желание, то оно исполнится, потому что звучит волшебная лампа. Thank you.
отбившись от корабля. Аня Королева. Артем Якушенко. Юрий Матвеев. Спасибо всем с праздником. Днем космонавтики, дорогие друзья. Сегодня космос и мистика, слава Богу, и музыка. Присутствует такой момент. Анна Королева. Артем Якушенко. Юрий Матвеев. Песня про звездочки. А про Тихий остров будет? Да все, вся... Рот долго занят был. В общем, мы готовились. И все, что... Готовились, то не получилось. Вот сейчас сделаем то, что не готовились. Просто импровизация на тему Дня космонавтов. Полет Юрия Гагарина с Анной Королевой. И Артем. Клево, когда твой отца зовут Сергей Королев, ребята, у меня что-то есть. Thank you.
Меня зовут